века завоевали Палестину арабо-мусульмане, они все эти структуры уничтожили. Почему? Ислам очень сильно по своим традициям похож на иудаизм. И там запрещено изображение людей, зверей, птиц. А из мрамора получается очень хорошая, жирная ивы, которую можно народно хозяйство употреблять. Поэтому все вот эти изваяния перевели на ивы. То, что здесь нашли археологи, чья-то вот там стопа, какие-то фигуры без головы. Единственное, кого можно узнать, это бог виноделия Дионисиус. Вот там мужчина стоит с родом изобилия. Поэтому начнем мы нашу экскурсию